Что тебе нужно? Фут-массаж. Мы идем за табуреткой уже. Второй раз. Вот. Кто-то сказал, что взять табуретку не проблема. Убейте этого человека. Кто-то сказал. Кровожадная какая. Мы уже 7 километров прошли и вернулись без табуретки. Сейчас Стас сказал, что если мы найдем табуретку, то мы не вернемся. Я больше не могу идти. Я просто больше не могу идти. Я еле волочу свои ноги. Нищелки трет. Вон. Капец, что ж. Понятно. Но без табуретки мы не вернемся. Нет. А что? Может, это нравится вариант табуретки? Может, украдем? Раз мы не возвращаемся без табуретки.